Это пока склад, здесь будут временно храниться техника и столовая, вот лыжи со спортзала. По этому кабинету и не скажешь, что пожар был, но стоит выйти в коридор, и здесь огнем уничтожило все. Горелый слой штукатурки соскребают под корень, только так здесь избавятся от запаха. Стены, потолок – это только коридор, работы много, рабочих тоже. Восстановить школу идет весь поселок. Я выпустился в 2012 году отсюда. Вычищаем стены, чтобы потом можно было строитель, наверное, приедет положить новую штукатурку на стену. Пожар начался в 3:30 утра. Огонь могли и не увидеть. Сторожа здесь нет после оптимизации. Пожарные приехали быстро и вылили почти 5 баков воды. Сказали мне, что возгорание произошло отсюда. Директорская, да, здесь. А учительская вот прям над ней. Здесь больше всего школа пострадала, да? Да, вот она идет, вот это место в основном. А тут-то задымление вот поплавилось. По предварительной версии, это поджог. На месте возгорания нашли мужские отпечатки. Теперь проверяют всех. У детей отпечатки. Снимали, ну здесь нашли берут, отпечатки у детей, потому ездят. Все, кто учился, снимали. У всех, да. То есть скорее на детей, думаю, чем на взрослых? Ну, не, мало ну, вчера ли, всяко бывает. Вчера ездили уже у взрослых, брали отпечатки пальцев. Но жители уверены, дело рук приезжих. А свои все здесь, пока освобождают школу к ремонту. В сентябре не успеют, но учеба начнется. Вновь за парты сядут в доме музея Адриана Топорова, народного просветителя. Начальную школу в 2 смены разместим в этом кабинете. И там соседняя, там горница у нас называется, музей. Ну, теперь это будет тоже класс. Уже посмотрите, мы поставили. Сегодня отмыли мебель. Уже все, она была в ужасной копоти. Поставили, ну, 2 недели, я думаю, после 1 сентября. Строители тоже попросили побыстрее, но и мы будем активно им помогать. Под учебу оборудуют еще один кабинет в самой школе, тренерскую и спортзал. Для 46 учеников этого хватит, уверена директор. В Министерстве образования уже наложили на школу режим ЧС, чтобы ускорить ремонт. Пока его оценивают в 7,5 миллионов рублей. Только после подписания контракта с подрядной организацией, что ожидается уже на этой неделе, строительная организация сможет оценить масштабы работ, поскольку там необходимо оценить, насколько повреждены несущие конструкции, насколько повреждены плиты перекрытия. Сейчас заканчивается составление сметы, а завтра, по сообщению директора, в село должны заехать строители и завести первый стройматериал. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, наши новости.